Коммунальные проблемы, с которыми обратились в нашу редакцию жители дома номер 17 по улице Капитана Тарана в Мурманске. Благодаря действиям корреспондентов телекомпании «Арктик ТВ» попали в поле зрения управляющей компании, и ситуация начала меняться к лучшему. Долгое время жители пятиэтажного дома в центре города страдают от протечек канализационных труб в подвале. Частые аварии стали причиной появления устойчивой плесени на потолках и стенах квартирах. На первых этажах прогнил пол, а в некоторых случаях даже пришла в негодность мебель. Из-за жуткого запаха и нашествия комаров и других вредных насекомых жить в доме стало невозможно. От токсичного запаха, нечистоты, комариных укусов больше всего страдают дети. После нашего разговора с руководителем управляющей компании работа по устранению чрезвычайной ситуации в доме началась. Воду из подвала откачали. Через несколько дней, когда помещение полностью высохнет, обещали провести дезинфекцию. Представитель обслуживающей организации заверил, после всех мероприятий ужасающий запах должен исчезнуть. Проблема выявлена. Произошел порыв канализации вследствие того, что кто-то из жильцов третьего подъезда выкинул тряпку. Мы откачали воду, проведем дезинфекцию соответствующей организации. Сами мы не уполномочены на это, поэтому мы обращаемся к подрядчикам.